First. Все в твоїх руках. Друзі, усіх вітаю на ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Наріцина. І сьогодні у нас стрім із Романом Світаном, військовим експертом, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії. Пане Романе, ради вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Патрушев боїться за Росію. Секретар Радбезу РФ заявив, що регіони Центрального федерального округу посилили протиповітряну оборону на фоні атак українських безпілотників. Каже, зараз процитую, в 2023 году ВСУ совершили свыше 8000 обстрелов по Белгородской, Брянской и Курской областям. Материальный ущерб от этого составил более 7 миллиардов рублей. В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из них – это беспилотники. Чому, по-перше, одразу теракти, а по-друге, чи врятує їх ось це посилення ППО? Ну, теракты это россияне совершают, террористы в чистом виде, они зашли в Украину, а Украина защищается. Мы защищаем свою территорию, уничтожаем военные объекты везде, где до них достаем. Как только у нас будет достаточное количество сил, средств уничтожать их до Урала, за Уралом будем это делать. Удары идут только по военным объектам. Иногда, правда, россияне сбивают наши беспилотники, после этого не падают на какие-то гражданские объекты. Но это вопросы к российскому ПВО. А то, что россияне сейчас переживают за, так сказать, осенне-зимний период, а у них там морозов чуть поболее будет, чем у нас, правильно переживают, потому что практически на всех линиях электропередач, на всех генерациях, электрогенерациях висят российские военные объекты. Потому они становятся легальной военной целью, которая будет точно уничтожаться, как только мы получим достаточное количество средств поражения. А сейчас, ну, по крайней мере, пока идут заявления, я пока еще не видел, там, допустим, сотню беспилотников одномоментно в небе, которые превысят коэффициент пресечения любой российской системы противовоздушной обороны, нанесут удар. Но заявления, по крайней мере, есть, и я думаю, все-таки они не... они имеют под собой какую-то реальную, по крайней мере, основу. То есть посмотрим, как будут развиваться дальше события. Но то, что военные объекты и энергообъекты, которые питают эти военные объекты, будут однозначно уничтожаться, россияне это уже прекрасно понимают, потому и разворачивают систему ПВО. Только даже в лучшие времена Советский Союз не мог защитить одну даже Москву, развернув несколько уровней систем ПВО, несколько рубежей. Третий рубеж, третья линия обороны ПВО была в районе Конотопа, это северо-восток Украины. Вот так они пытались как-то прикрыться от натовских, по крайней мере, систем поражения, и причем не по всему спектру направления, а только по западу, югу, юго-западу и югу. То есть только этот сектор прикрывался, только Москву. На все остальное у них просто не хватало зенитно-ракетных комплексов. И у России уж точно не лучшее положение с ЗРК по прикрытию. Потому, я думаю, как только будет получено достаточное количество наших летательных аппаратов у нас произведенных, мы однозначно нанесем такие серьезный урон по российским военным объектам. По гражданцам мы, конечно, бить не будем. Мы не россияне, мы не террористы. А военные объекты, конечно, прикажут, так сказать, починут в бозі, как минимум. Тут ще знаєте, що цікаво, що це все коментує не Шойгу, не Герасимов, не Путін, а от саме Патрушева. Патрушева, зокрема, і пов'язують, що начебто після ось тих вкидів про смерть Путіна, тепер він керує Росією. А взагалі, яку роль у цій війні відіграє Патрушев? Ну, это серьезно, это КГБ, это Комитет госбезопасности. Они там сейчас называются по-другому, ФСБ, но это выходцы из КГБ советского. И потому, так как КГБ в свое время руководило практически всеми уровнями жизни Советского Союза, так и в России КГБ до сих пор руководит. Путин действительно это такая говорящая голова, я бы так сказал, при силовиках. Он там, кто бы что ни говорил, ему до царя, как мне до папы римского. Поэтому просто говорящая голова, причем у них, я так понимаю, их несколько этих Путиных, и двойник, и тройник, и удлинители там у них есть под всякий рост. То есть по большому счету это такое
путиноподобное существо, которое озвучивает хотелки силовиков. Один из столпов силовых – это как раз Патрушев и есть. Потому все и поверили сразу на этому посылу информационному о том, что Путин умер, и Патрушев руководит этим морозильником, где держат тело Путина, но опять же, смотря какого там, первого, второго или еще там 649-го. То есть вопрос именно в этом. Патрушев руководил, руководит и будет руководить Российской империей и вторжением в Украину. Потому Патрушев на себя и берет такую смелость, понимая, что в принципе это его уже парафия. Потому и он, естественно, является основным террористом, российским террористом, который создал вот такие условия для геноцида украинской нации. То есть и сейчас мы видим геноцид украинской нации российским обществом. Патрушеву, мабуть, скоро самому вже доведеться бути в холодильнику, зважаючи, що йому 72 роки. Ну, але то таке, всьому свій час. А знову ж таки, про ППО Російської Федерації. Росія перекинула системи С-400 з Калінінградської області ближче до України, пише Bellingcat. Аналітики припустили, що ці системи доставили до Ростова-на-Дону, і це відбулося на тлі того, що українські військові почали регулярно завдавати ударів по російських системах протиповітряної оборони. Ось ці С-400, наскільки вони дійсно є ефективними, і чи можуть росіяни їх перетворювати і обстрілювати з С-400 саме территорию Украины? Ну вот, допустим, до Калининграда мы, конечно, не достали. Потому россияне, я так понимаю, поняли наши проблемы и подтянули их поближе к нашему фронту для того, чтобы мы их могли уничтожить. Мы их уже не один этот С-400 уничтожили, но, я так понимаю, калининградский пойдет туда же. Есть определенные механизмы уничтожения этих ПВО. Мы их апробировали по северо-западу Крыма, причем, еще раз повторюсь, несколько С-400 отминусованы. Кстати, в районе Луганска тоже там три было С-400, как минимум пусковые установки тоже были отминусованы нашими системами, которые работают против этих зенитно-ракетных комплексов. С-400, это, можно сказать так, хорошо покрашенные С-300. То есть это старая советская система. Там единственное, что, конечно, улучшены некоторые показатели локаторов. Уже все-таки с ламп перевели на транзисторы. До микросхем еще не дошли, но на транзисторах там уже что-то работает, как минимум. Ну и неплохие ракеты. Последнее время и ракеты для С-400 некоторых модификаций. Есть уже хорошие, там до 300 километров есть ракеты и для С-400, и для С-300, и для С-400. Тоже эти же ракеты россияне отстроили. В принципе, ракета неплохая, но только это для как использовать ее как противоракету очень сложно, особенно против той ракеты, которыми мы уничтожаем российские С-300 и С-400. То есть она ее не видит. Ну так, подстроена система, алгоритм работы самого комплекса, она не видит те ракеты, которые ее же и убивают. Они хорошо работают по самолетам, по крылатым ракетам, там, дозвуковым как минимум. По некоторым баллистическим ракетам они также могут работать, если их видят как минимум место старта, для того, чтобы можно было система исчисления траектории могла отработать и отправить ракету в точку встречи, так называемую. А вот если они не видят, а в основном не видят, откуда стартует баллистическая ракета, вот тогда у россиян проблемы. Они на нисходящей траектории уже перехватить баллистическую ракету просто не могут. Потому очень много таких моментов в С-400 есть, которые мы пользуемся, которая она недоработанная по этим параметрам. Мы ее прекрасно знаем, потому что это, еще раз повторюсь, хорошо покрашенная С-300. А С-300 мы сами используем и знаем все их такие вот негативные стороны, которые приходится перекрывать западными системами зенитно-ракетных комплексов. Потому С-400 очень серьезная машина, с одной стороны, но мы знаем, у нас есть ключик к этой машине, потому очень правильно, грамотно россияне сделали, что перебросили к нам поближе, потому что до Калининграда далеко, там по несколько сотен километров не достанем. А вот здесь вот под Ростовом тут как раз поближе. Километров 150 как раз для наших хармов.
Екс-командувача 6-ї армії ВПС і ППО РФ Володимира Свиридова і його дружину знайшли мертвими у будинку. Водночас причин смерті у Росії не називають, але повідомляється, що слідів насильницької смерті на тілах пари не виявили. Як ви гадаєте, те, що, ну, по-перше, майже ціла сім'я так чомусь загинула, а це, можливо, Путін так і прибирає ось тих неугодних або тих, хто не захистив протиповітряну оборону Росії? Нет, это ж Россия. Это либо съели что-нибудь, либо выпили что-то не то. Причем в паре оно так и получилось. Оно бывает такие проблемы, причем именно парами. А хотя вариант того, что уничтожаются, допустим, неугодные или действительно не справившиеся с определенными задачами, и это может быть. Только это не Путин. Это не Путин, это больше, скорее всего, Патрушев. То есть это как раз его парафия. Путин тоже, конечно, КГБшник, ФСБшник, но он уже оставшийся кот, я бы так сказал. А вот рядом стоящие, то есть поносившие за ним, допустим, какое-то количество чемоданчиков, вот они могут показывать прыть, так называемую. Потому может это быть как раз вот окружение Путина, отыгрывать какие-то моменты. Могут согласовывать, могут просто потом докладывать, а могут даже не докладывать. Он даже не знает, что, допустим, отминусован какой-то из генералов или управленцев по направлению. То есть они такую проводят иногда самозачистку, так называют. Вони думають, що якщо захистять прикордонні регіони своїми системами ППО, то начебто українські безпілотники не долетять. Але ось сьогодні у Волгоградській області було яскраво. Пабліки писали, що пожежа на території складу з боєприпасами військової частини в селищі Котлубань почалася після вибуху, якому і передував звук безпілотника. На цей склад зазвичай завозять боєприпаси перед навчаннями, і від найближчого підконтрольного Україні міста до Котлубані по прямій менше 700 кілометрів. Чим могли відпрацювати? Чи це, знову ж таки, якісь наші новітні безпілотники? Можливо, ті самі бобри? Ну, бобри до 700-800 кілометрів проходять однозначно. Вони можуть, кстати, з'являтися. Тут же ж вопрос в том, что откуда они запускаются. Дело в том, что у нас довольно-таки большая граница с Россией, около 1000 километров. Линия фронта, ну, по крайней мере, граница сейчас чуть меньше за счет фронтальных некоторых моментов, но, тем не менее, граница россиян дырявая. Через нее можно не то, что бобра, там стаю бобров пронести, и никто не заметит. Потому эти бобры могут легко появляться на территории России, уже стартовать с территории России и выполнять боевую задачу как раз с российской территории, нашими агентами, которые, может быть, кто угодно, начиная от младенца и заканчивая бабушкой какой-нибудь божий одуванчик, который выполняет, по большому счету, управление джойстиком или какими-то другими управляющими элементами, наводит это тот же бобер или любой другой летательный аппарат на склад, где хранятся взрывчатые вещества разного уровня. Это могут быть и боеприпасы, это могут просто порох быть на каких-нибудь пороховых заводах, ну и так далее и тому подобное. Помимо использования наших агентов на территории России, причем у нас несколько спецслужб этим занимается, это служба внешней разведки, это Литвиненко, это Главное управление разведки, Буданов, это служба безопасности Украины, Малюк, силы спецопераций в составе вооруженных сил Украины, это под управлением Генштаба, и Залужного, и Шапалы. То есть у нас много спецслужб, которые и вооруженных сил Украины, которые выполняют такого рода задачи на территории России. Причем для этого не всегда нужно, допустим, что-то запускать с нашей территории. Достаточно агента раз, либо активных каких-то партизан, которые есть сейчас на территории России, причем в последнее время активизировались и партизаны, начиная от партизан Мальцева и заканчивая национальными армиями. Даже есть такие сейчас уже самосознание некоторых регионов России, национальное самосознание доходит до восприятия уже себя как народов, как республик. И эти республики в ближайшее время могут стать такими кластерами национальными, на которые будут разваливаться Российская империя. Естественно, они также включаются в борьбу против режима, в борьбу против
вооруженных сил Российской Федерации, понимая, что сначала они помогают нам, а потом мы поможем им. Ну, то есть эти моменты понятны, просчитываемые. И, в принципе, с территории России в любую точку Российской Федерации может прилететь беспилотник. Причем беспилотник, закупленный за деньги, допустим, россиян, которые хотят купить беспилотник для помощи российской армии на Донбассе. А в конце концов они покупают беспилотник, который отрабатывает, а китайских беспилотников в России хватает, отрабатывает боевой частью по какому-то из военных объектов и в глубинке в России. Потому можно считать, что мы и от Питера до Сахалина можем контролировать территорию России от именно такого рода действий. Україні вдалося вийти на серійне виробництво так званих українських шахедів, які є аналогами іранських дронів камікадзе. Зокрема, державний концерн «Укроборонпром» виробляє десятки таких безпілотників на місяць, розповів міністр з питань стратегічних галузей і промисловості Камишин. Чи знаєте ви, що це за такі шахеди, і ми ними будемо як відповідати на енергетичний терор Росії, чи у них інша місія? Ну, пока еще я не вижу промышленного производства. Промышленное производство – это, допустим, десяток в сутки. Это я еще пойму, промышленное – где-то около 300 в месяц. Это, можно сказать, это будет промышленное производство. А нам для того, чтобы выполнять задачи, допустим, ежедневные, так надо не десяток, а сотню в сутки. Ну, то есть, значит, где-то на порядок выше. То есть, вот если эти цифры будут озвучены, или, по крайней мере, не надо их озвучивать, лучше показать, как эти беспилотники работают. Но вот пока еще не видно работы этих беспилотников, просто не видно. Почему? Потому что вскрыть систему ПВО противника можно только серьезными волнами. Волна должна быть около сотни беспилотников. Я уже говорил, есть так называемые коэффициенты пресыщения. Они сейчас у россиян где-то от 20 до 50. То есть из сотни 50 они могут сбить, но 50 должно пройти и выполнить боевую задачу. Но их надо иметь. А чтобы их иметь, надо их произвести. Потому промышленное производство, я бы не говорил пока, что оно промышленное на данный момент. Понятно, что оно производится на каком-то из, допустим, одном из сборочных цехов или там какого-то конвейера, но это не промышленное в смысле промышленности как таковой, когда там несколько конвейеров и производство там штампуется по сотне в сутки. То есть до этого нам еще надо дойти, надо идти однозначно, то есть ни в коем случае не останавливаться, надо выделять финансирование, большое финансирование. А работать беспилотниками нужно не зеркально, а работать по плану, по военным объектам, коим являются в том числе и энергогенерация российская, энергораспределение. Если на этих ветках висят военные российские объекты, они тут же делают эту энергосеть такой же легальной военной целью, как и сам объект, который из-под нее питает. То есть, по большому счету, это должно быть планово в выполнении задач в составе, допустим, определенных планов вооруженных сил Украины, то есть Генштаба, и выполняться ежедневно. И причем вот это ежедневное исполнение, оно как раз и приведет, вернее, ежедневное выполнение и уничтожение российских военных объектов, в том числе энергетических, оно как раз приведет к возможностям уже наших войск освобождать нашу территорию, закрывать от россиян определенные сектора, воздушные в том числе, прикрывать наши энергообъекты. А причем важно сейчас еще на один момент обратить по нашим энергообъектам. Опять большие проблемы участников, то есть по государственным как-то более-менее прикрытым энергообъектом россияне пытаются не бить, не трогать, понимая, что они серьезно прикрыты. А вот по частным генерациям, которые, в принципе, в очереди стоят на получение, допустим, некоторых систем ПВО, россияне сразу начинают бить. А вот частная генерация, здесь большие проблемы. Это все-таки не государство, это, во-первых, частный карман, он не всегда бездонный. Есть моменты участника вообще у генерации как таковой из-за зарабатывания определенных прибылей. То есть государству надо сейчас по энергетике перейти на мобилизационные рейсы. Не на военные ни в коем случае, а на мобилизационные рейсы производства электроэнергии, изъять у участников
энергогенерирующие компании, которые, вернее, предприятия, которые могут использоваться в качестве балансирующих мощностей для основных уже атомных энергостанций и дальше с помощью Укрэнерго, то есть основной головной компании, выбросив из себя, выдавив из себя частников, заниматься генерацией и поставкой электроэнергии для нужд населения. Потому что это критический момент, это как вода, как воздух, электроэнергия. Сейчас это понятно. Вот она у нас до сих пор иногда в частных руках, и частники могут выполнять не всегда задачи государственного уровня. Президент Зеленський заявив, що Росія може розпалити нову війну на Балканах. Україна має дані щодо відповідних намірів агресора. У Росії буде достатньо сил атакувати ці країни. А як у них, звідки в них беруться ці сили? Хто їм ще допомагає? Тому що і Близький Схід також пов'язують з Росією. А тут вони, у них є можливості розпочати війну і на Балканах? Ну, россияне добраться до Балкан могут только тогда, если мы их пропустим в Приднестровье. Это нам надо там на несколько десятков километров им создать коридор в Приднестровье. А дальше через Приднестровье, Молдову, там, может быть, Румынию, Венгрию, дальше Австрию. Они могут как-то попасть и в Германию, и на Балканы в том числе. А вот только в таком случае, то есть это мы им должны дать такой коридор, и нам придется его давать, если нам не дадут вооружение. То есть нам нечем будет их останавливать, и они тогда пройдут по этому пути. Вот в этом случае, да, россияне могут туда попасть, имеется в виду, армия российская может туда пройти. А вот если нам будет достаточно передано оружие, естественно, никакого коридора россияне не видите, максимум, что не смогут на Балканах, это только как-то поджечь какие-то там межнациональные, может быть, региональные конфликты, и не более того, причем они очень быстро тушатся европейской системой внутренней безопасности. Ну, а с приводу того, что... Только предположение... Так, пане Романе, продолжите. Это предположение не более того, то есть прямого участия на Балканах, так сказать, без нас точно не будет. То есть мы пока щит для участия российской армии на Балканах. Байден після зустрічі з Сі Цзіньпінем знову зачепив його заживе, і всього за декілька годин після цієї двосторонньої зустрічі на найвищому рівні він назвав Сі Цзіньпіня диктатором. МЗС Китаю назвало слова Байдена безвідповідальними та помилковими. Ось судячи із цих заяв Байдена про диктатора і про те, що Сі Цзіньпінь декілька разів звертав увагу на червоні лінії, якогось прориву в цих переговорах не сталося? И не могло случиться, не могло. Почему? Потому что есть определенные моменты, которые ни одна, ни другая сторона не дозволит переступить противоборствующие. И вот эти, скорее всего, эти линии были как-то обозначены. Это просто контакт был для того, чтобы сверить часы, я бы так сказал, не более того. Сверили часы, определили, что да, действительно, вот здесь враг наш видит так, а вот здесь мы видим так, показали, как мы видим, только мы, имеется в виду, я имею в виду американцев, и не более того. Ну а Байден, ну все-таки он на своем, как был, он так и остался, он считает Си Цзиньпиня диктатором, так оно и есть, в принципе, в любой коммунистической стране, там демократия никогда не пахла. Как бы там кто ни рисовал эту демократию, ее можно только нарисовать, но не более того. То есть это диктатура в чистом виде, любая коммунистическая система – диктатура в чистом виде. А, правда, люди, которые выходят на вершину власти, они прикрываются вроде как диктатурой народа, ну это только прикрытие, это диктатура личности. Причем мы это прекрасно видим вот именно по любой коммунистической стране, даже по некоторым социалистическим странам, когда они не сильно отрываются от коммунистической идеологии. Демократия только может быть в странах демократии, когда есть реальная смена власти, когда есть определенные рычаги, противовесы, площадки разные для обмена мнениями. Ну да, а диктатура этого просто не имеет, она это сразу тушит. Потому мы видим эти диктатуры, диктатуру китайскую, северокорейскую, российскую,
белорусскую и иранскую. Это как раз та ось зла, которая сейчас на данный момент видна. Единственное, что народы действительно вот этих четырех стран, они как-то поддерживают своих правителей, причем реально поддерживают того же Си Цзиньпиня, китайцы, того же Ким Чен Ына, северокорейцы, власть Ксира, допустим, и Мул в Иране, ну и российского Путина. Вопрос по белорусам. Белорусы однозначно не поддерживают Лукашенко. Лукашенко и режим – это российский захватнический режим по Беларуси. Поэтому можно Беларусь это оси зла точно убирать, оставляя в ней именно этот оккупационный лукашенковский режим. А так это никто никуда не делся, никто не изменил своих мнений. А эти отношения только, может быть, нарисовали вот эти как раз красные линии, еще раз краснее сделали, не более того. Єрмак, перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, заявив, що наступний рік буде вирішальним. Як ви трактуєте ці слова? Він буде вирішальним у геополітиці чи все-таки на полі бою? Ну, 24-й год однозначно, так как он как минимум год предвыборной кампании в Соединенных Штатах, а мы, допустим, зависим от США, причем и по финансам, и по оборудованию военному, в том числе по подготовке, то есть очень много зависимостей. Естественно, накладка будет этой предвыборной кампании Соединенных Штатов на 2024 год, и мы однозначно, для нас это будет таким одним из, с одной стороны, тяжелых годов. Нам надо будет очень много чего сделать в этот год, и он у нас будет, покажет наши возможности, ну и, я думаю, приведет к нашей цели, в конце концов, к уничтожению российской армии на нашей территории. У нас это главная задача на следующий год – уничтожение россиян, как минимум это зачистка Крыма от российской армии, и дальше продолжение уже зачистки Донбасса. Может, успеем, конечно, к следующему, к концу следующего года Донбасс зачистить россиян. Крым точно зачистим, тут без вариантов. То есть то количество вооружений, которое, ну, по крайней мере, сейчас видно по поставкам, только одни самолеты чего стоят, хватит, чтобы отработать по Крыму. Ну, а получится, есть вариант, то, что мы можем выйти на границы 91-го года именно в следующем, 2024 году. Но это будет очень тяжело, особенно за счет вот этой политической, так сказать, составляющей предвыборной кампании. Потому можно сказать, что 2024 год для нас будет действительно решающим. Плюс, скорее всего, на это еще наложится попытка принять, или нас, по крайней мере, наша попытка расположить к себе страны НАТО, чтобы они нас в НАТО пригласили. То есть если будет принято решение, нас могут пригласить в НАТО на Вашингтонском саммите весной следующего года, а уже принять это в 2025 году в Нидерландах. Потому впереди у нас еще до вступления в НАТО такие тяжелые времена, это около полутора лет бойових действий с Россией. Пане Романе, декілька слів про ситуацію на фронті. В оперативному командуванні «Південь» підтвердили просування наших сил оборони на лівому березі Херсонщини. Говорять, що відтіснення з нашого боку відбувається на лінії від 3 до 8 кілометрів від води по всьому узбережжю. Як би ви оцінили те, що відбувається нині на лівобережжі, наші можливості і сили ворога, які там? У россиян по левому берегу сосредоточено по разным оценкам от 50 до 70 тысяч военнослужащих. Причем это довольно-таки серьезная сила, просто она из-за того, что растянута по линии фронта в несколько сотен километров, плотность войск российских там маленькая. Этим мы и пользуемся. А еще после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами, они, оставив третью линию обороны, смыли первую и вторую. Вода сейчас, которая стоит, она до сих пор стоит верховодка, то есть грунтовые воды очень близко к поверхности, закопаться там нельзя. Третья линия обороны расположена километров на 15, ну, в среднем на 15 километров от левого берега Днепра. И потому у россиян очень плохая сейчас возможность вот в этой 15-километровой зоне оказывать сопротивление наступающим нашим войскам, которые сейчас пока по левому берегу создают плацдармы. Несколько плацдармов создано, там по глубине действительно от 3 до 8 километров.
Но нам для того, чтобы реальный плацдарм создать для переброски войск на левый берег, тяжелой техники, артиллерии, зенитно-ракетных комплексов, надо километров 15 территории по радиусу хотя бы с какой-то точки, в которую будут перебрасываться войска на левый берег. А вот 15 километров, тогда это можно будет говорить о плацдарме. Пока на данный момент проводятся некоторые операции с помощью разведгрупп, разведрот, может быть, где-то десант, где-то морская пехота. Но это небольшие соединения, небольшие подразделения, которые еще не смогут контролировать какой-то большой участок, если будет поставлена задача, допустим, российским нескольким армиям развернуться и подойти и вернуться, допустим, обратно к линии берега. Они просто этого не делают, потому что нечего, ну, то есть они не смогут там зарыться. И вот пока вот эта так называемая серая зона от Днепра где-то до 15 километров вглубь вот этой, до этой третьей основной линии обороны, которая, кстати, она отрывалась вместе с линией Суровикино, примерно так. Вот такая серая 15-километровая зона, там работают наши войска. Но пока еще говорить о форсировании Днепра, о создании плацдарма реального на левом берегу пока еще рано. Все зависит от действий россиян, то есть они могут действительно перебросить несколько армий, сняв их с правого фланга фронта, то есть с восточного фронта, из-под Донецка или из-под Купянска. Либо наше количество сил, средств может быть недостаточным для форсирования Днепра и базирования на левом берегу. Пока все части, которые у нас на левом берегу, они мобильные, то есть они могут в рейдовом режиме в любой момент уйти на правый берег. То есть они пока работают вот в таком рейдовом режиме, у них достаточное количество средств форсирования реки, и даже некоторая техника, которая появляется на левом берегу, это плавающая броня, легкая броня, которая может плавать. В основном это десантные системы, которые могут перебрасывать и выполнять роль вот таких систем по форсированию речки. А що з Кінбурською косою? А наскільки ми можемо незабаром встановити контроль над нею? А ее не надо никак отвоевывать, нет смысла. Дело в том, что если у нас будет достаточное количество сил, средств, то движение наше со стороны, допустим, из левого берега, из-под того, тех же Олешек на Скадовск, а в основном движение будет в сторону Крыма, оно будет отрезать Кинбургскую косу, пока там находятся россияне, от снабжения. Россияне, понимая, что попадут в котел, они просто оттуда уйдут. То есть мы Кинбургскую косу можем освободить таким асимметричным нашим движением тактическим, и, скорее всего, так и будет. Зачем воевать за косу, если освободим ее другим методом? Також запитаю вас і про те, що відбувається нині на Авдіївському напрямку. Пишуть у британській розвідці про те, що зараз прикута увага окупантів саме до Коксахіма, і нещодавні наступи, ймовірно, привели російські війська до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу. Говорять про те, що там проходить головна дорога, яка веде до населеного пункту. І якщо окупаційним силам вдасться захопити цю ділянку, то забезпечення міста і логістика ЗСУ стануть важчими. Наскільки дійсно критична ситуація в Авдіївці? Ну, Коксахім ніяк до основної дороги відношення не має. Діло в тому, що була рядом з Коксахімом, проходила железна дорога, і за Черетіна в Авдіївку вона проходила. Ну, давно вже росіяни взяли її під контроль, огневой як мінімум, і туди вже по цій дорозі нічого, тобто в Авдіївку і за Черетіна нічого не поставлялось. Тому так сказать, говорить о том, что там какая-то дорога не контролирует. Нет, дороги проходят намного западнее, то есть юго-западнее самого Коксахима, они уходят на запад в сторону Карловки, то есть это чуть в стороне. Коксахим сам по себе, он не был встроен в систему обороны, он, дело в том, что он 8 лет работал. Ну, непонятно как, коксохимическое большое производство работало в нескольких километрах от фронта. Это надо спросить у Рината Ахметова. Видать, у него какое-то было волшебное слово, из-за которого россияне не обстреливали Авдеевский Коксохим. Он 8 лет работал, но он не был включен в общую линию обороны, там она чуть по-другому устроена. Но после того, как россияне начали обстреливать Авдеевский Коксохим, он остановился.
были затушены печи, батареи, коксовые батареи на этом коксохиме. Было выполнено некоторые мероприятия по полной консервации. И там еще до сих пор, кстати, остались работники Авдеевского коксохима. На самом коксохиме они находятся. Наши группы его контролируют, но в режиме тоже рейдовом. То есть можно сказать, что сам по себе коксохим, он в такой серой зоне находится. То есть чуть в стороне от промки, от промзоны, от той зоны, где у нас расположены оборонительные рубежи. Но к коксохиму россияне иногда подходят. Ну, они отсекаются с помощью нашей артиллерии, которая расположена на превышениях, в точках, которые могут контролировать выход россиян со стороны железной дороги, того же пресловутого террикона, так называемого, хотя это не террикон, это отвал породы с северо-восточной стороны железной дороги. Ну, вот это расстояние в несколько сотен метров между железной дорогой и коксохимом, краем коксохима северо-восточного. Оно очень хорошо простреливается нашей артиллерией. И все группы, которые как-то пытались двинуться на коксохим, они были просто российски уничтожены. Они прекрасно это понимают. Иногда пробегают, и тогда на коксохиме отрабатывают тех, кто как-то просачивается на коксохим, отрабатывают наши специалисты, которые изнутри этот коксохим контролируют. А в основном уничтожение идет как раз в момент перехода железной дороги и движение в сторону коксохима. Стоит и стоять будет, по большому счету, больших проблем в этом смысле нет. Он не совсем влияет на охрану, вернее, на оборону Авдеевки как таковой. Авдеевский гарнизон, он растянут где-то от Царской охоты, если смотреть на карту, есть там на юго-востоке Авдеевки такой, одна из позиций, Царская охота называется, такой, зона отдыха в свое время была, в сторону Спартака от Авдеевки. И вот где-то на рубеже Царской охоты там проходят уже основные линии обороны. Мы удерживаем Авдеевку оттуда. И, в принципе, там хорошие такие залитые за 8 лет бетонные укрепления, которые не дают возможности россиянам со стороны Царской охоты двигаться в сторону Авдеевки. Пока Авдеевка стоит. Пане Романе, як ви гадаєте, чому росіяни, ось вони зараз дійсно пішли у наступ ледь не на усіх напрямках, чому саме зараз вони готувалися до цього? Чи ось ми бачимо, що зазвичай їхні наступальні операції чомусь активізуються ближче до зими? А це ж, як завжди, у росіян, у них же ж мокрий фітіль. Довго горить, вони довго збираються, довго розворачуються. Они готовились к штурму, допустим, той же Авдеевки или Луганского направления все лето. Была подготовка, они там плясали, танцы с бубном, собирали определенное количество боеприпасов, располагались. И ведь думали, что у них впереди еще очень много времени. Просто когда пришло время, местные донецкие, они до этого молчали, им ничего не говорили, а потом сказали, у вас времени 2 недели. А что 2 недели? А через 2 недели начинаются ливни на Донбассе, и вы на донецкий чернозем близко к нему не подойдете, потому что засосет по башне. И вот когда до них это начало доходить, они включили режим очень быстрых действий. И всего, что накопили, все, что собирали, сейчас бросают, понимая, что реально с наступлением ливневых осадков там на Донбассе двигаться техникой будет просто невозможно. Да и не только техникой, там еще и личный состав может загрузить. А тем более у них большая проблема. Мы-то это знали, для нас это 10-я зима. Это ж наша территория, мы ее прекрасно понимаем, потому перед ливневым периодом мы заняли все высоты. Не просто так мы занимали, а мы только и слышали. Высоту там заняли, там на высоты вышли, там на высоты вышли. Почему? Потому что в осенне-зимний период там можно зарыться, и сколько бы там воды не лилось сверху, сапоги будут сухие или ботинки. Да? Почему вода уходит с высот вниз? А вот внизу, там, где находятся россияне, там вода будет стоять по пояс. Может, они и выживут, но уж здоровье у них будет точно не то, и потомство они уже не дадут, это точно. Потому я так понимаю, у россиян вот эта проблема, они впереди его видят, с женами созвонились, сказали, Люся, ну тут дело такое, уже, ну, наверное, детей не будет, что делать? Но Люся сказала, ну беги наверх, попробуй отбить высоту и там перезимовать, по крайней мере. И вот они сейчас такие Люси посланные сейчас пытаются отбить все высоты, которые потеряли летом.
Но у них уже не получится, потому что на высотах находятся наши войска, батареи, мы зарылись, забетонировались и по большому счету оставим, наверное, Люсі без потомства, без женского счастья. Ну, або Люся собі невдовзі знайде якогось китайця. Пане Романе, вам дуже дякую за цікаву розмову. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Роман Цвітан був із нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, напишіть коментарі. Ну і також підписуйтеся на наш YouTube-канал 24. Усім дякую за увагу. Бажаю тільки хороших новин і слава Україні!